По поручению Владимира Ружицкого в поликлинике номер 10 в микрорайоне «Птицефабрика» прошла внеочередная проверка. С пациентами и персоналом медучреждения встретились руководство Люберецкой областной больницы и наша съемочная группа. Ремонт поликлиники в микрорайоне «Птицефабрика» длится более 2 лет. Такие сроки связаны с большим объемом работ. В медучреждении полностью заменили систему отопления, водоснабжения и канализации. После косметического ремонта здесь устанавливают новую мебель, а в кабинетах врачей – современное оборудование. Завершаются все ремонтные работы. Сейчас устраняются недоделки. У нас будут зоны комфортного пребывания здесь, как во всех должны эти зоны быть в подмосковных поликлиниках. Это должна быть и стойка, где будет организован сестринский пост, на котором будут осуществляться необходимые записи. Вопрос, который больше всего волнует пациентов, касается укомплектованности кадрами. Проблему с нехваткой врачей руководство больницы пообещало решить. Но благодаря новой системе, вступившей в силу несколько месяцев назад, жители Люберец вправе обратиться в любое медучреждение округа, независимо от места проживания. Получить талон к врачу пациент может, не выходя из дома, а запись к узким специалистам или на дальнейшее обследование – теперь забота терапевта. Мы обеспечиваем электронным вот этим сервисом для все население, для того, чтобы упорядочить, опять же, очередность ожидания. Вот, например, анализ крови. Если раньше в 7 часов 30 минут в поликлинике была очередь из пациентов на сдачу крови, сейчас этого не должно быть. Для этого у нас сейчас врач записывает на анализ, на сдачу крови, допустим, с определенным талончиком пациент в назначенное время должен подойти. Также жители интересовало наличие в поликлинике расходных медицинских материалов. По словам Дмитрия Старцева, все медучреждения округа в полной мере обеспечены материально-технической базой. Луиза Егазарян, Алексей Андреев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.